втроем, блять, Олежа, нахуй. Олег скинчик купил себе на лоре. Ну такая пиздата, на белая вся. Бля, я тоже в скинчике прикупил бы на самом деле. Бля, я, сука, у меня так, блядь, первое желание поменять регион, блядь. О, у меня уже, мой конвертер уже опустошили, блядь, нахуй, короче. Это я, походу, был, или нет? Я рядом проходил. Точнее, ты рядом проходил. Зайди тебя, конверт, прямо. Видишь, Костяна? Видишь его, да? Да. Благословение кролика. А чё так мало? Потому что не свой, походу. 2000... Нет, наоборот, за чужой дают больше, блядь, за свой. Да, мне 5000 дали только что. Мне 2200. А мне давали еще 8888. Может, там рандомно? Может быть. Ты со мной не хочешь дочинить? Я тут лори нашел, ладно, приду к тебе. Точини с лори, похуй, там Юкимура пока бегает. Мне баф надо тебе и лори давать, блядь. Что с маньяка даже, блядь, нет? Скорее всего, какой-то, блядь, густфейс или Майерс. Похоже на Майерса. В смысле, Майер с собой музыка была, блядь, ходит. А, нет. Мы вначале слышали музыку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кто-то из дефолтных. Не медсестра. Это траппер, кстати, он здесь, по-моему, кто остался дефолт. Ну и призрак еще, может быть. Те капкана не видел, кстати. Ой, да, блядь, это... Это мой мальчик. Это Боба? Да. Потому что он ни разу еще пилу не использовал. Может быть, М1 муба. Но она неплохо бегает от него. Блять. И вроде все палетки вокруг целые. Дальше по коридору там генератор завожу. Ну, пила пошла. И сразу же въебался. Я, кстати, разглавил, как работает без смерти, порча. Я теперь хочу прям ора качнуть, на самом деле, если это во-первых. Я хочу мора качнуть из-за скина нового. Типа, короче, прикол в том, что это... Если выживший ломает тотем, любой, который, типа, осквернен, то они сначала сломают не смерть. То есть, типа, это защита, там, порчи погибели этого, допустим, жаль надежды. О. То есть, дает тебе дополнительный шанс того, что, если что, не сломают быстро погибель. Не погибель, там, любой перк. Чего сиди символ? А, это моё, блядь. Ой, ебать, не пизда сейчас будет. Мне сейчас будет забывчивость и это. Ну пошли побегаем, ебать. На минуту, блядь, я ничего не вижу, сука, как же это много, блядь. Заебался за лори бегать. Чё, за лори не бегал, за Юкимурой. Извини. Бля, он меня потерял. Стой, 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 иди сюда. Назад, назад, назад. Ну все, ему похуй на меня. У меня нет подсолнуха на шляпке. Юкимури такая пизда, кстати. У тебя там сколько генератор? 90% уже. Надо идти открывать ворота, потому что... А, слышу. Но она закемпит. Тут еще один генератор. У меня тоже 90%. В чем прикол? Это не твой в итоге оказался. Это Юин был, скорее всего. Она тоже чинила. Он больше не бежит с ней. Бля, если он сейчас сюда придет.
Не трогай задницу Ребекки. Или он сдался? Он нихуя не сдался. Пиздец. Пизда нам. Блядь, как же это тупо, блядь. Ну поползли. Блядь, ты, сука, я меня сейчас закинет, блядь. Я дуба, блядь. Ванечка. Бля, надо было кому-то выйти, чтобы кто-то там стоял под палеткой, блядь. Не, мы стояли, по жопе били, блядь, Ребекки. О, кайф. Пизда нам, бля, нам такая пизда. Пизда, брат, чувствую, блядь. Блядь! А у меня же пила ебучая, блядь. Блядь, он поднимает, она поднимает. Он сейчас через пятку может пройти. Нет, через пятку не проходит. Блядь. Блядь, защищается. Не, я на выход. Беги. Челюсти, давай генсер это быстро. Блять, он около нее стоит, сука. Он за мной бежит. Скажи, если он станет. Кто куда станет, чел? Меня за мной Буба бежит. Мы подняли типуху. Вы? Да. Тут Юи рядом, если что, подбежала. Блядь, сейчас пила минус 4. Он грустный какой-то. Ты ему карту отдал? Ты не я отдал. Я вот аптечку свою отдам. Все по себе. Ладно, я передумал. Ты забрал аптечку? Моя аптечка. Ты мужа оставил без подарка. Не лечить надо. Даже капли не получил. Там мемента был. Чё, Юкимура, look at my points. One kill. Челлендж. А, у него челлендж убить кого-то. Блядь, я вспоминаю этого Онима. Одного, которого я могу. Когда мы там с Олегом или с тобой играли, помнишь, мы там прикрывали меня, я дополз за тонким. Мне нравится, как грустный. Один килл не дали сделать. I can't play this game now. А мне нужно двух крюков с выжившим. Двух выживших с крюка снять. За игру. Да, помнишь, как мы против Бубы играли? Там была еще эта типуха. Нэнси. Буба там, который кемпил, в итоге Нэнси со стояком легла под крюком и отвлек типа на себя. Она встала, сняла типа, они убежали. Будь то жестко было.
Опусти чуть ниже эту, блядь, байку свою. Не-не-не-не. Ходит как шлюха. В конце, в следующем сезоне удалят P-22 с пистолета, добавят аддон для... вернут P-250, который скорострельный пистолет на землю, и добавят для него модуль 2 пистолета. Два пистолета? Нихуя себе. А чё бы красным сделать просто 20-20? Красный обычный пистолет. Пиу-пиу-пиу-пиу. Блять. Не, ну... Ну охуенно же. Это же самая Ребекка, блять. Юй, точнее. Это та же самая Юй. Да? Она видишь написала. Женя. В чем прикол? В новом сезоне будет новая легенда? Нихера себе, это первый раз такое, чтобы новый сезон не давали новую легенду. Где? В Апексе? В Апексе. В Апексе не дадут новую легенду. Они должны добавить режим дезматча и карту Titanfall еще должны добавить. Бля, вчера с Олегом сказали на этой карте. Какая что-то на карте. Это самый скриншот, где Олег ливнул? А, не, это... Это скриншот про то, как он предан своему делу. Видел? Ну, типа, ливнул, но все равно на генераторе. Не, это... Ой. Че это, друша, 5000 дали? А, это Legion. Ебать, какой красивый, блядь. А, блядь, он меня увидел, сука. Третья печать? Какая нахуй третья печать? Иди нахуй, блядь. Сука, своей третьей печатью, блядь. Третья печать и это, блядь. Я хилиться сейчас буду, короче, весь всю карту. Какая нахуй печать? Порча, третья печать. И тонатка еще. Блять, ебать, это неудобно, конечно. Че это значит? Что третья печать? Слепота, блять. Пока тотем, блять, идет. Какой тотем? Надо быть раненым или что? Не, когда по тебе дают хит, на тебя накладывается порча печати. Типа тебя слепота будет вешаться. С тех пор, пока ты не сломаешь тотем. Она одноразовая? Угу. А, ну, в смысле, там один тотем на всех людей. Блять, у него разлад стоит ебучий еще. Ну давай еще поебал мне дай, блять. Хорош. Умница, блять. Ай. Ты достанешь, что ли? Да. Я шо... Перки беру для красоты. Хуесос. Достал все-таки. Блядь, сейчас ваншот может быть ебучий. Он за мной в итоге бегает. Почем зря, я считаю. А... Не зря, походу. Что-то он, блядь, из ниоткуда появился. Походу, не зря, да. Нет, это генератор, сука, чуть-чуть не дочинен. У меня тут харда не было из-за... Самодавно, что я тебя реально не вижу, но мне хочется просто реально хилиться сидеть, чтобы я тебя видел хотя бы куда бегать. А ты не знаешь где? Возле первого генератора, видишь? Хижина, видишь где? Угу.
Я все-таки отхилюсь на всякий случай, чтобы тебя снять. А он идет ко мне. А, со мной печать не снимается, один хуй. Когда там не сломаем, блядь. Он возле хижины. Бля, меня Мэг в итоге не пошла снимать. Мне, я не хочу до второй стадии висеть. Я здесь сижу. Здорово. Встань. Не встань. Тут бля, генератор. Бля, я лотаться сейчас буду. Я лотаться сейчас. Лотайся, буду лотайся. Дайте баф. Бля, а там они до сих пор не нашли, блядь. На самом деле не особо приятный перк. Он не особо сильный. Так, но неприятный. Похнуть, если потом. Ту-тун-ту-ру-тун. Два генератора, один крюк, блядь. И то не должен был он меня сейчас убивать. Он, блядь, взялся из ниоткуда. А вот тот генератор вчера стоял. Мы с Олегом туда играли. Что он там бежит, блядь. Вот он, здорово. Тотем? Или чел? Чел. Я его за хижиной чинить. Короче, буду. Тун. Тун, 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 тун. А вообще правильно ли это чинить сейчас возле этого? Ну хотя вы тоже там чините что-то поэтому. В смысле, я отбегал от маньяка только что. Нормально. Не, правильно ли чинить? Просто стрю тут слева генератор заведен, справа заведен. Не останется ли там три генератора? Ну да, из-за того, что. Все четыре причем чинят, блядь, где чел. А. Или не, а? Он за Юи бегает. Ну, прохилимся. Да ладно, я сам прохилюсь. Чини. А мы все равно остались, не спадет печать. Там мне снять его надо будет пойти. Тебя прохилить или нет? У меня аптечка есть, если что. Чего не заряд. А, он понял. Сюда. Он за мной. Нет, он за мной. Понял. Он побил генератор, скорее сейчас побежит дальше за мной. Снимай. А я что делаю? Блять, хуёво. Тун, турун, турурун, турурурун. Нормально, живи. Я ебать его кручу, только что 360 такой закрутил пиздатый вокруг него. У нас полгенератора есть, там Мэг должна дочинить сейчас. Да, она дочинила. Бля, ебать, я только что красиво сделал мув просто, блядь. Бля, а чё он к нам вернулся? Промансер, блядь, просто. Ну потому что он заебался за мной бегать, он два раза на бег, он раз не попал. А, вот он ещё, да? Генератор ты не нажал случайно? Нет. Меня он тут догнал генератора просто банально. Блять, он бежит в хижину за мной. Блять! Бля, какой я кретин ебаный, это пиздец. Я нечаянно отжал shift и медленно перелез, короче. Там Юкимура должен дочинить сейчас. Блять, сука, какой же неприятный билд, блять, это просто пиздец. Неприятненько, да. Ну и похуй. Тебя можно Мэг спасти на самом деле. На нее не действует последний этап. Я его захижен. О, вот все, тебя видите. На нее не действует последний этап. Это пока она не ранена. Она меня спасет. Она меня спасет, я пойду ворота открывать, короче. Она должна будет пойти с тебя спасти. Открываем.
В смысле, я не Юи, блядь, я Кейт. Блять, он ко мне бежит. Ты второй ворот открываешь? 99. Help. Бля, я тебя не подстаню никак. Блять, он за тобой? Ну он... Блять, я под палеткой почти. Сука. Он прям под палеткой прошелся, блять. Блять. Тебя только Мэг может спасти, в общем прикол. Как? Потому что она не ранена. А, понял. Никак уже. Здорово, блять. Удачи нахуй. Тун, турюн, турюн. Бля, я опять двоих не снял, сколько. Сука, это сложно. Сука, так обидно. Открываешь ворота, рядом не палеток, нихуя. Просто полкарты бежишь, блять. Надеюсь, еще он сдалека замахнется и нажмешь тут хард, и тогда получится к палетке добежать. Надо было в хижину бежать просто. Ау, а почему Юи так долго, блядь, под орешком была? Точнее, она не столько списала. А, потому что у Мэка часы были. Фу, часы. Я помню, раньше этот перк прям, блядь, брали, прям часы, нихуя себе. Даже самый жесткий перк. Снять под этим. Что раньше не давалось, блядь, эта тема. А. Раньше не было, не давали стойкость, блядь, когда ты снимал скрипай, поэтому черри сразу поебал получил, когда ты снимал. А черри давай так, чтобы еще не нужно было перк деда брать. Можно так? Да, и потом добавят перк, который автоматически дает тебе орешек, блядь. Нет. Бля, всего 9 дней на охоту дается. Пиздец, как мало на самом деле. Можешь пробовать билд с этим? Чем? Там есть билд, типа, берешь перчаточку. Ага. И берешь объект одержимости. Ага. И перчаточку, когда ты настакал и использовал. Вот этот вот пиздюльную по тебе. Mm-hmm. И прохилился. Mm-hmm. И ты тогда сможешь видеть маньяка всегда. Все время. У тебя будет. Я помню, аурой подсвечиваться. С этим. С кровавым договором, который раньше работал по-другому. И как сейчас дается, типа, с ускорением. Раньше давали обвюз, как раз таки давали, что все эти брали кровавый договор. И объект одержимости. Типа все видели маньяка все время. А сейчас типа, видит так. Же один объект, типа, кто объект держится, видит маньяка. А кровавый договор работал по принципу того, что все, что видит челик, который объект держимости, кто связан с ним, тот видит те же самые. А там, типа, были все связаны с ним, и, получается, все видели маньяка. Пиздата. А, конечно, кровавый договор никто не спустил, что он говно стал полнейшее. Не, ну он прикольный. Не, раньше... Не, сейчас, конечно, есть какие-то суперабузы, блядь, всякие разные, блядь, с ускорением, блядь. Сейчас, видишь, только через объект одержимости можно. Очень через перчатку можно сделать старый объект одержимости. Но это до того, как ты, по-моему... Упадешь один раз. Угу. Ну ты будешь видеть всегда ауру убийцы. Блять, ебаный медведь нахуй. Если он дальше 16 метров, правда. Ну и вон твой ауру тоже видит. Сейчас давайте за секунду мой конверт, блядь, вон там в конце карты, блядь, заберут. А чё ты этот не взял? Потому что это не мой. А какая разница?
Наоборот, надо... А, ну типа... Ты типа добрый, дохуя? Блять, это ёбаный доктор, блять. На Мидвич, сука! Блять, какая же это хуйня? Согласен, полная хуйня. Он же слабый, на Мидвич. Ну, он не слабый, тут доктором зависит. Они примерно как этот. Как Дуайта. Они либо очень хороши. Либо очень хуёво. Блять, здорово. Мистер Рок, доктор. А, да? Прикольно. Блять, не, а я тут, блять, спрятался в домике нахуй. Блять, у него Bloodborne. Не люблю этот перк. Он неприятный, да. Ебать, это билку свою взял, что ли? Да. Блять, долбоёб на водичке, сука. Летин. Блять, тут тоже заблочено будет, да? Что-то он не... Короче... Что-то там пиздец я долго орал. Там и дон какой-то есть, что ли, на продление? Он спускается. А, блядь! Он здесь был, оказывается, все это время, блядь. Бля, я нашел тотем, нахуй. Это здорово. А я нашел поебалу получить. Тун-тун, тутун, турутун, турутурутун, тун, тутун, турутун, турутурутун. Да иди ты нахуй, сколько, блять, откуда, блять, мне дает эту херню? На всю карту пиздюлина просто, блин. У нас 5 генераторов до сих пор, кстати. Да, я почти сдох. Я, если что, скорее всего, сдох. Потому что что? Сняли? Комбинация нахуй. Тук-тук-тук, блять, и в разных углах, блять, не стоит шторм. Блять, глаза просто бегают по всему этому, нахуй. По всему, блять, экрану, нахуй, искать, где сейчас появится проверка реакции, блять. Че ты проебался? Схуяли! Блять, он по всем этажам бьет, что ли, эту хуйню не свои, блять. Брыганый, блядь. Где он, блядь? А, здорово. Ну и хули тебе надо, блядь? Нихуя, челик профессионал, блядь! Ебать, он только что сделал плюху, блядь. Ты чё, алкаш, блядь? Не, он, короче, заблочил тычку. Типа я должен перепрыгнуть, у меня тогда бы доктор пизданул, он только перепрыгнул передо мной, заблочил тычку. Бля, доктор, может отъебешься разочек от меня, нет? Я с терешек сейчас не прожму, блядь. Блядь, он не отъебется. Пиздец. А можешь мне дочинить, пожалуйста? Ой, блядь. Сука, у него статик-шок работает на два этажа, блядь.
Да, я заметил только что. Это, блядь, нечестно, пиздец. Нечестно, что не могу дочинить ебучий генератор. Вот это нечестно. А ко мне бежит, да? Ну, походу. А-а-а! Что походу? Алкоголик ты пизнутый, блядь. Спасибо. Он надо мной был. Я, блядь, понимаю, если они на меня спрыгивают вдвоем. Походу, говорит. Походу, говорит, да, к тебе. Ты что, сука, не видишь глазами своими, что его нет перед тобой, блядь? Скажи, что я не вижу, блядь. Сука, как ты меня бесишь. Чтоб ты всрался, блядь, Леон, да. Леон Ставрати, блядь. Пиздец, у него какой-то дон стоит, что я слишком долго рой. Не могу ронять палетки, блядь, 500 секунд. Ну скажи, что я не вижу его, блядь. Сука, ты, блядь, тупая нахуй. Что ты тупоголовый такой? Ну, походу, да, я не знаю. Походу, да, идет тебе. Он тебя вот повешал, блядь. Я думал, что он дальше, слышу, усиливается террор. Но он по коридору дальше бежит, блядь. Ты его видишь там. Походу, да. Поднимаюсь по лестнице, там Нейс прыгивает, блядь. А я лицом к лицу к челику стою, такой здоровый, ебать. Сука, припизнутая ты, блядь. Кусок, блядь. Говняшки, блядь. Чини, чини, хуесос. Что, проебался, да, Чмина? По всему ебало просто. Куда ты бежал? Он за типухой бегает. Иди дочини генератор, блядь. Там еще минута. Какая минута? Не видишь, что вам минута заблокировать генератор. В натуре? Да. Ты алкаш. Знал это? Нет. У тебя, блядь, алкоголизм наебали, прям написан. Блядь, забыл, что не Гарри Поттер, в стену нельзя зайти, да? Конвертики, блядь, типуха повисит, нормально. Конвертики, блядь, пизертики, генераторы. Типа сиди нормально. Ой, как, блядь, ну опять же еще проебешься. И нахуй тебе это оставил? Матерь Божия, Царица Небесная. А чё не прохилится сразу? Куда она бежит? Она приписнутая? Села, блядь, посреди коридора? Да, ну ёбаный ени просто. Хотя у него ник на русском языке, поэтому, в принципе, блядь, оно понятно. Там с логикой не очень. Чел убежал от Нэй, бля, пробежал пол коридора, сел посреди коридора, там где есть выход сзади, спереди, типа во двор, слева и справа проход. И сел, блядь, приходить в себя. Чё, блядь, откуда нахуй? О, блядь! На, поеби ещё. Тебе бы поебли еще дать. Я мог бы жить, я мог бы дочинить генератор тут ебучий. Ладно, пробежим дальше, блядь.
жух. А, он за типухой пошел дальше. Не за типухой, он за пипухой. Он за ней уже не бежит. Блять! Забор покрасьте нахуй. Фонарик, фонарик надо было активировать. Да, блять, сейчас там на 2 секунды активируется, блять. Иди нахуй, бля, вот то, что орешек нельзя взять, это такая пизда. Ну иди нахуй, блять, я пробегу мимо тебя, бля. Я придрогну. Ты придурок. Еще орешек. Да. Нихуя почти заключал. О. Найс. Я мог бы жить, блять. Мы типуха явно дала. Там, походу, этот стоит. Наед. Почему? Потому что он сразу же побежал. Смотри, и ты прям... Смотри, как бежит, блядь, смотри, как бежит, нахуй. Вижу, он вторую молодость вспомнил, блядь. О. Ну, кстати, может быть. А что у него, шторм? Погибель это ебаная? Типуха, может, сначала мало меня снять, потом открывать эту штуку, нет? А, прикольно. Нет там наеда. Повесишь нормально. Нихуя там анимацию сбила, типухи. Она открывает ворота. Она почти открыла их. Она их открыла. Я сделал, на самом деле. Она открыла ворота. А ты где, блядь? Я сдох, я сдох. Я подблочил специально, чтобы он открыл ворота, чтобы он смог спастись, блядь. Какой ты, блядь, великодушный. И дохлый. Да, конечно. Тут надо с длинной стороны обходить, потому что, блядь, не успеешь. Дедхард, для дистанции. Блять, для хуянцы, блять. Сколько? 1.5 метра, блять. Точнее, 0.5 метра, блять, это дистанция. А чё нет? Ну ладно, что. Ладно, я пошёл к вам с собой, блять, это типа физпуск. Да, я ещё мной. Ну ты нихуя не сделал. Кретин. Нихуя не сделал ты, блять. Кретин. Безумие, дальность шоковой терапии, и все. Уменьшает задержку срабатывания. Иди нахуй с пузиком, ёжиком, блядь. Ёжик ест яблоко. Бля, только не слоумо, умоляю. Бля, только дегенераты обрыганные снимают слоумо. Вот так выкладывает. Я так ненавижу это. Зовут Ставрати Максим. Ну, зовут и зовут.
А тебя не зовут. Пососал? Алло. Привет, все. Я хочу посмотреть одну игрушку. Ancestor Human. Там про этих обезьян, блять. Секстер, блять, ясно. Вон, Sexual Punisher. Что у него с ебалом? Что у него с ебалом? А, это из Висконти, блядь, думал, что это Дуайт. Тун-тун, ту-тун, ту-рю-тун, ту-рю-ту-рю-тун, тун, ту-тун, ту-рю-тун, ту-тун, 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 ту-тун. Жалко. У пчёлки. Матроски, блядь. О. Что о? 5 конвертиков, блядь. У тебя в... Где? О, новый игровой профиль какой-то появился. Да где новые новости, блядь, я не понимаю. Где новости? Где сообщают о штурме правительственных зданий в Тагерене. Возможно, был высажен десант. Блять, мне напрягает, почему у Олега до сих пор нету профиля Брюмастер. Там есть игровой профиль Брюмастер. Тут 1000 очков надо накрыть. Пойдем в апель после этой игры. Нет. Да. Хотя. А, да? Так просто? Красные топоры? Бля, точно побег спойди. Ну, красный топор ебучий. У меня пизда, кстати. Чё, блядь, пошла, блядь? И чё? Блядь. Блять. А сейчас как кинет, блять. На тебе, блять, за это. Ты ее два раза только что оскорбил. Ты меня снял, челика оглушил. И с Квинсконти пошел нахуй от моего конверта, блять. А я бы успел снять тебя, когда она это. Сначала снять тебя, а потом застанить ее. Пока она поднимала. Нет, нет. Снять я дальше анимация. Еще надо бы добежать для вас чуть-чуть до кухни. А тут прям вплотную. Бля, может быть, кстати, реально нахуя хилился, блядь? Лучше бы она просто меня так пыл бы этот. Орешек бы, блядь. Слушай, сейчас если что. Да топор это хуйня, его попасть еще надо. У меня, кстати, закончились аптечки, это... У меня 2 хила только будет. Да иди ты нахуй! Это мне надо прибизнутая, блядь. Пошла генератор устроить.
Тела вернулась к тому же генератору, блядь. Делай больше нехуй. Ля-л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 я
все выжили втроем. Не надо начинать. Ла-ла-ла-ла. Себе въебало. Ла-ла. И кто первый завел? Я. Я первый завел. Да убери этот ебаный кружок, пожалуйста, блядь. Sexual Punisher. В хижине бегаю. Противоходница, я люблю хижину бегать вообще по дальней стороне, по более длинной. Че, нет такого? Нет. Вы вдвоем слепом чините? Нет. Хуёво. Я в мейне чиню. Я чиню недалеко от хижины. Просто он тоже сел чинить третий генератор. Она пошла в мейн. Побежать ко мне. Ну ладно, может, это не так плохо. У нас до тренера отрубят. Она в хижине была, но, скорее всего, обновила топоры. Так что осторожно. Ты ко мне ее ведешь? Припизнутый, блядь. Я не знал, что она за мной. Откуда ж ты мог знать, что она бежит за тобой, правильно? Да, блядь, как же она меня заебала, блядь. Опа! Чё, косая дура? Не попала? Не попала, блядь. У тебя там где? В мейне, ты говоришь, чинил? Да. Она, по-моему, побила, кстати, чуть-чуть. Ну, похуй, ты вроде долго чинил. Что, ебанул ты? Она так говорит, когда её станешь. Она, все, кстати... она заебалась. Она к майну побежала, да? Нет, кстати, хижин. А, да, к майну бежит. Она обновила этот топор? Да. Типа уха дочинила. Ой, бать, я сейчас, она будет просто на середине стоять, топоры кидать в одни ворота, в другие, в одни ворота, в другие. Да, да, у нее же 800 топоров, по-моему, да? Там около... Машины, три шкафчика или четыре, блядь, стоят. Ну за что? Другие ворота открываете? Я открываю другие ворота, только начал. Давай-ка, блядь, открывай. Чтоб я пришел, а ворота уже были открыты, понял? Я уже иду, Лео. 50%. Я уже близко. Мы 60, уже близко. 70. 90. Она к тебе. А, это топор! Найс, все, открывай и уходи. Она убрала. Смотри, она не кинула, блядь. А. У нее топор. Найс.
домоёбываешься, блядь. Сейчас какой домоёбываешься, блядь. Ты засал. А, ебать, сейчас попрыгнул в шкафчик, Ванечка, блядь. А, я хотел еще проверить, сначала не хилиться, а сначала запрыгнуть в шкаф, проверить, да или нет. Барбекю чили там, разряд. Мне кажется, с таким топором надо этот, Little Pursuer ставить. Как он называется, бля, по-русски? Вначале, когда ты видишь ауры всех. А, преследовать любить. Да. Там, кстати, когда вышел патч, там в патчноуте было написано, что готовят какие-то... реворк перков, ну, ребаланс. Для подрыва, да. И один перк, нет, там не написано подрыв. Там написано... Черт. Мне надо в туалет. Написано, что там босс, он, блядь, пипинтрус. Да. Так, я тут. Ага. Повысить ставки покупаем в этом, в храме Тайн. Что за ставки? Перса Эйса? Перк. Да. Все выжившие получают... За каждого выжившего остальные получают бонус 1% к удаче. О. Берем. Кстати, там дается 3% получается на третьем левеле. И типа 12% за всех, если все выжившие. А если 4 человека возьмут этот перк, они стакаются или нет? Угу. Да? Ну, да. То есть 48% все получают. То есть, если взять скользкое мясо, 4 типам взять этот, еще на 12% увеличить, это 60 будет. Скользкое мясо сколько дает? 3%? 63%. Да, да. О чем против Ванчика этот перк не брали? Там еще этот продает. Потенциальная энергия. А если без конти? Ну это хуета, правильно? Поэтому. Так, что ж там дальше, блядь, происходит в этом Иране? Где новости? Ну там интернет отрубили нахуй, в принципе. Поэтому. Там интернет отрубили. Ой, блядь, заткнись. Поэтому не удивительно, что новостей не особо много, да? Канцлер ФРГ Шольц заявил, что намерен продолжать созваниваться с президентом РФ. Шольц пообещал не допустить эскалации между Россией и НАТО. А между мной и его мамкой эскалация допускается или нет? Чем?
Хуй через плечо. Хлебшек уши. В очко себе запихай хлебушек. Я с тобой разговариваю, припизнутый ты. Я кушу на него. Не буду ничего пихать. Давай. Нахуй этот Путин, сука, так всем нужен, я не понимаю, почему он так жопу лижет, блядь. Ну как все? Шольц и... Орбан. Ну, Орбан, понятно? Он вообще продажный хуесос. А Шольц, он какой-то, блядь. Такой, блядь, такой, знаешь? Чисто, блядь, неуверенный, блядь. Такой, такой. Выходит из игры Apex Legends. Ну иди ты нахуй. У меня зависло. Такой аккуратненький, блядь, не дай бог. Рассказывай. Не знаю, рассказывай про то, что типа у них еще типа чувство вины осталось после того, как типа. Немецкие танки по СССРу там ездили еще в 40-х годах, поэтому у них типа, поэтому они так неуверенно послали леопарда сейчас в Украину. А то что ебать, это почти вся Украина была оккупирована, она тоже в составе СССР была. В основном как бы она была оккупирована, блядь, ну большая часть. Это, блядь, почему-то ему похуй. Что все про это забывают. Неудобно ему перед русским народом, блядь. Ну нахуй с этим русским народом. А что у нас есть? Сука, я сейчас буду ругаться. За что? Ну потому что меня это бесит. Не надо ругаться. Зачимся. Вон русский народ. Мужчина из ревности зарезал своего друга, а потом отрезал ему часть жопы. Чтобы сделать из мяса жаркое. Вон, скину тебе фотку какую-то. Тип с отрезанной жопой валяется. Не надо. Чего? Так, сегодня я буду играть только на Харизоне. Почему? Потому что она охуенная. В Уфе на камеру домофона попали солевые зомби. Два наркопса вели себя крайне адекватно, один из них не смог встать со скамейки. Второй пытался выполнить акробатический трюк. Ебать. Реально зомби как будто. Я без звука смотрю. Там со звуком, наверное. А чё у тебя у Харизоны белые волосы? Как так сделать? Там скин, по-моему, какой-то просто сон не давался за БП. А, БП, понял. Бля, я не хочу в Майнкрафт поиграть, сука. Я тоже. На говно похоже. Спасибо. Когда мне придут бабки? Надо чекнуть. Мне письмо бы пришло, наверное, да? За что? Я же вывел. Я тебе рассказывал сегодня, блядь. Ты меня не слушал? Слушал. Ты меня не слушал? Слушал. Что ты слушал? Что ты слышал? Что я говорил? Что? Про Иран? Много что говорить? Ты рассказывал? Что я... При чем тут Иран, блядь? Иран, все, забудь про него, блядь. Нет больше Ирана. Сейчас будут... Беленькие, пушистенькие такие, блядь. Интересно, что с людьми там? Типа обычные люди. Они вроде как буквально вот недавно уж пиздец протестовали против правительства тоже. Нахуй ты мне это скидываешь? А ну подожди, лучше в игре покажи. Не-не. Покажи, блядь, сказал.
А у тебя взрывается что-то. Ой, опять мне говно оружие, конечно. Не. Не миротворец ебучий, блядь. Блять, дайте под сраку твою большую, блядь. Да, да, догони сначала. Я тебя в очко не брал, а потом еще не был, а потом семь раз не был. Че, дебил, блядь? Что? Не дебил? Ты хоть тебе пел «Я Ставрати, я Максим, я почти непобедим». И все только пососал. Угу. И в очко. И я бы тут скрипал маску, там отклеить. Ты крыса, что ли? Ты меня так подставишь? Ты меня обзывал сегодня. Так ты-то припизнутый. Понятно, я вообще тебя обзывал. А ладно, я возьму. А, ладно, не возьму. Подавись нахуй. На еще это надо. Подожди, ты реально что ли расскажешь? Нет. Можно мне по магазинчик, блядь, я не взял. Блядь, летающая срака, блядь. Ты летающая шлюха, блядь. Блядь, Ванечка. Я лутаюсь. Ты мне не дал полутаться? Хуесос, вот теперь. А кто там? Челики, тут Бадхан точно есть. А кто еще точно есть? Отойти назад можешь? Да. Вот сюда, чтобы я отсюда по ним стрелял. Сейчас буду пробовать. Супер оружие. Миротворец, сука, какой же он неудобный, блядь. Неудобный миротворец. Сколько раз выстрелил? 3. А попал? 0, блядь. А что, если урон откуда? Это этот Spitfire. А. Хорош, хорош. Молодец. Хи, блядь. Да иди ты нахуй со своими собачками, блядь. Сколько ходит через снежный туннель? Охуенно сняли. Все, он прошел через туннель. Что прикольного? Чел, собака прошла через туннель снежный. Прикольно. Охуенно. Собака прошла через туннель, блядь. Горги, тик-тик-тик-тик. Тик-тик, блядь. Ты сегодня алкоголь пил? Нет. Блять. Чё ржёшь? Блять.
Ты ж туда, правильно? Правда, мы ж туда летим. Бери, 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 бери. Беру Хемлок и Спитфайр, все. Да, я дебил. Я хочу тестить новое оружие. Хочу посмотреть, чем этот... Вам так нахуй Хемлок нравится. А Спитфайр говно, да? Или нет? Или нормально? Нормально. Забирай. Я уже спустился, иди ты забирай. У меня синий есть, я собираюсь... Чего, блядь? Или ты боком? Это я тащу. Блядь, это не тот. Не нахуй с инфлотлайном. Я сказал, я тащу новое оружие, все. Я на инфлотлайне лучше всего стреляю. Может взять флотлайн и не тестить ничего. Обалденчик, бля, надо не скажу, сейчас бы скачать, просто больше учиться, я бы на Apex постараюсь не сказать, чтобы она скачала. Я рот ебал слушать Horizon такую, блядь. Enclosing, чё? Не расслышал. А чё у неё там с озвучкой не так? Клёвый? Там... Блядь, чё там? Дурашка, блядь. Мамушки, оладушки, блядь. Там, кстати, что про тебя просканировали? Меня чуть-чуть просканировали. А за что меня сканировать? По кому? Где? Where? А, блядь, Хемлок, пошел. Пошел с Хемлока. Найс. Один раз попал на 20 урона. Нормально? Пиздец, убери это оружие, блядь. Боже мой, отдайте, отдай мне, где ты там этот? Блять, Ванечка нахуй! Ты серьезно, что ли? Йо, где? Вань, подсосники там идут. Да я знаю, блять, где? Где флотлайн мой? Какая же хуйня этот Хемлок, боже мой, господи, блять. Они еще магазин мой, блять, юзают. Хуесос, я побежал отсюда. Пиздец, блядь. Какой же говно этот ёбаный, блядь, Алстар, сука, дайте мне нормальное оружие, любое, блядь. Ты выстрелил раз 10? По 3 патрона, всего 30. Попал один раз, блядь. Одиночке надо стрелять, по одиночке стрелять надо с этой хуйни. Какой одиночке надо? Как? Там на Б? А, да. Нихуя. Там по одному выстрелу стреляет он, охуенный. Ого, а я не знал. Бля, а ну ладно. Я никогда не стреляю с трех выстрелов, блядь, с Хемлока. Еще раз попробую. Я не знал. Ты себя знал, блядь? Ты что, их хочешь ждать? Не, я хочу улететь нахуй на этой хуйне. На этом. На ралдраке вот этот. Кататься. Ты стреляешь, блядь! Не догоняй. Охуенно прокатились, блядь. Мы пешком бы быстрее прошли нахуй сюда, ты понимаешь? Тут все еще типы не забывай. Мы никуда не влетели. Бля, забрать его, что ли? Бля, лучше реально неистовство использовать ебучее. Преданность, точнее, блядь. На эту хуйню, блядь, толстарскую. Спитфайр, кстати, тоже хуй-то глимая. Вольт, блять. Ванечка, ладно, возьми, пока не поздно. Я... У меня патроны кончились. Вас тут не дохуя, блять?
Найс, патроны кончились, спасибо. Хуесос. Отрегенился. Какой этого убьем? Он сейчас хватит его и побежит, слышь? Да. О, броню. Он меня кидал. Ах ты сука, блядь. Лев, куда я полетел нахуй? Ванечка, нахуй. Его без брони, иди убей его. Он подо мной, подо мной. Найс, туда его. Там еще один, блядь! А. Как они заебали. Давай, давай, шприцами, шприцами, шприцами лечись. Шприцами, шприцами, Лев, еще шприц. Блять. Еще один отряд, сколько вас тут, блять? Да не важно, ты шприцами еще полечись чуть-чуть. Пизда. Блять, улетим отсюда нахуй. Вроде. А, там еще. Они друг друга нашли, блять. Нет, они меня нашли. Я живой. Найс. Пиздец, меня убили, но я выжил. Так это выглядит. Расстреляли, но я выжил. Хамлок не такой плохой, кстати, оказался. По одному патрону. Если честно. Я думал, будет хуже. Так, можно я уже магазин здесь поставлю и, блядь, немножко... У меня нет патронов, у меня нет нихуя. Давай. Нельзя, да, я так понял? Или это недалеко? И что тут есть? Лазер сайт. Экстендед залупа сайт. Найс. Лазер сайт, залупа сайт. Все, блядь, на месте. Attention. Delivering. Эпиписка. Съебемся отсюда вам? С удовольствием. Jump driving position. Бля, жаль, тех не залутали типов. Вообще, блядь, нихуя не залутали. Но на самом деле, что тут потихоньку собралось немножечко, блядь. Тут что-то кто-то есть. Слева. Пойдем. В смысле перезарядка? Бля, я трахал. Урод. Ой, бля. Какая же хуета. Апекспак, легендарку мне на лобу. Блядь. Что дали? Какую-то ногу дали, блядь. Кто это, блядь? Октейн. Нога на Октейна, нормально? Бля, надо купить счетчики статистики какой-нибудь для Хоризона, блядь. Там же продаются, блядь, типа с эмблемами ее. Где новости? Я хочу точно знать, сколько из чего разъебали. Т.
Ой, скоро урок уже. Сколько? 4 часа. Ебать, скоро, конечно. Скоро. А ну-ка, чекну. Малый сдал, да? Не сдал. Jingle bells, jingle bells. О. Пробую с хуйни стрелять, короче. Какой? Devotion с турбозарядником. Ебать, это ни хера хуйня на самом деле, блядь. Это кто тебе так сказал? Потому что ближняя дистанция — это смерть. Там попадать надо, чел, чтобы была смерть. В смысле, там без разницы, попадаешь, не попадаешь, блядь. Там там ВУЕ урон, что ли? Нет, там знаешь, сколько пуль за секунду вылетится, блядь? Не знаю, сколько. Ты посмотришь, постреляешь, когда, блядь. А ну подойди. А, так внутри поставил. Я думаю, что через крышу пройду, блядь. Тебя стрелять буду. Тебе нужен тяжелый магаз? Тут сбрось. Да, я флотлайн. Тогда еще вот второй возьми. Вдруг у тебя два флотлайна. Сука, это не то. А ты забрал их за 4, да? Нет. Да я пошутил, не было там никакого их за 4. Я не люблю, когда оружие много модельку занимает. Поэтому на флота они не ставлю такие прицелы. А, охуй, да. Точно, я забыл. Ты же у нас, блядь, интересный чел. Моделька у него много занимает. Что ты сделал, блядь? На Ванечке только что. А что там покрафтить можно, интересно? Там третий приклад есть. И рюкзак, если что, третий. А если я магаз поставлю тут? Приклад. Приклад. Бля, вообще, посмотри, короче, фильм. Вышка называется. Бля, на самом деле такая хуйта. Призвал, блядь. Ты так начал, блядь. Бля, мы посмотрели вчера фильм.
вышку. Такая хуйня. Там типа про типуху. Типа, сначала начинается фильм с того, что типа две типухи и парень поднимаются на гору. Парень этот упал в итоге, типа разбился, потом типа прошел год. Одна из типух, которая была его женой, в итоге весь год пила из-за того, что не могла принять его смерть. Потом ее находит подруга, говорит, типа, у меня есть охуенная идея. Вот твой парень сорвался, и вот мы сейчас будем, чтобы развеять твою скуку, заберемся на супер огромную ржавую проржавевшую вышку, которую через месяц будут это, типа, сносить. Чикагскую, типа, телебашню. Угу. И они такие забираются, там пофоткались, она преодолела свой страх, развели прах мужа. И начинают спускаться обратно, и лестница ломается, типа, под ними. И вот они там начинают на этой вышке выживать. В итоге одна типуха срывается, а та не может принять смерть подруги, поэтому полфильма якобы она для нее жива, но это типа галлюцинация. Mm-hmm. Потом в итоге в конце, блядь, невероятный момент, когда она там забила грифона голыми руками, начала есть мясо. Грифона? Потом, да. Не грифона, блядь, коршун. Есть. Коршун, да, коршун. Корма. И в итоге она засунула телефон, который у нее остался, в носок, потом в кеду и в труп своей подруги скинула. И потом типа по этому телефону ее нашли. Бля, фильм такая хуйта на самом деле, не знаю, но это реально... Я думал, что она звонить будет подруге, типа. Скинула телефон, чтобы позвонить ей. Ебать у меня заряженный, блядь, Devotion. Золотой магазин, турбозарядник, все фиолетовое. Я еще должен убивать всех, получается, правильно? Угу. Как думаешь, получится? Ну, попробуй. А у меня чисто твой набор, у меня Flatline и Volt. Действительно мой. Слышь, отдай. Дай мой набор. О, во. Если найдешь 301, кстати, что во. Если найдешь 301, то недалеко и 302. Нихуя себе, дальше. Прямо убежали. А, то есть на припасике. Там броня только фиолетовая. У тебя есть набор Феникса? Да хуйня, блядь. Да, есть. Я сюда, туда. У нас там зона. В другой стране. В какой стране? Не-не-не, только в лицо стрелять. А, лицо важнее, чем жопа, правильно? Точнее, точнее, жопа важнее, чем лицо. Жопа не тебя, блин. Блять, на больше не крепится, посмотрим сюда, расскажи, кто этот ебаный лазер сайт, блять. Что-то так улетело, мне так страшненько. Ты, блять. Чего? Вот аптечка, Вань.
Там дверь открыта, кстати. Похуй. Да, материал, давай, может, покрафтим еще что-то. Вон дверь открыта, блядь. Дверь открыта, гоп, покрафтим, да? Дебил. Я уж реально сделаю тебе что-то. Еще собирай. Вон там еще материалы есть. Кого-то убили. Справа, справа, справа от меня кто-то, сзади, сзади меня. За магаз прятаться. Блять, да. Можем в домик забежать? Вот сюда. Можем. Забегай. Ты сверху? Нет, не я. А, да. Но я издевался, что она сзади тебя. А красная броня. Вообще, девоушен пиздатая штука. Прям охуенная. Может быть, я когда-нибудь с него поставлю. Я не хочу играть в эту хуйню, все. Золотой. В очко себе посмейся. Трактир чекал? Какой трактир? Маму твою чекал. Ты опять свои скрины ударил, чмище. В смысле, смотри, что я ставил. Ты чмище. Бля, я хочу в Майнкрафт. Может это... Пойдем играть. Не, я не хочу на пиратке стартовать. Сколько, блядь, сколько я стоит? Хочу уже купить и все. Ну, мне надо, чтобы деньги пришли. Можешь в минус уйти. Ничего, если там денек, счет у меня в минусе будет. Или что? Или лучше не надо? Я вот заплатил за этот, за курс, короче. Угу. Я там на PayPal 300 с чем-то евро было, заплатил за курс, такой довольный, блядь, на следующий день иду в магазин. Решил чекнуть счет на всякий случай, а там минус 300 евро, ебать, на счету. А с PayPal они не снялись почему-то. И немного, блядь, не понял этого прикола. Cause we're wrapping up Christmas, don't you know? Cause we're wrapping up Christmas, yo ho ho. Клини, блядь. О, выдра, блядь. Чем? А, водичкой, блядь. Пим-пим. Эти японские видосы, где подписи делают к каждой фразе, блядь, животных. Кися, где твоя выдра? А вот она валяется, блядь, на полу. Ты же скидываешь постоянно. Китя, блядь. Китя. Маленькая Китя. Тебя Китя не уже не маленькая. Маленькая. Не маленькая уже. Маленькая.
Уже не маленькая. Маленькая. Уже не маленькая. Маленькая. Уже большая. Она маленькая. Уже большая. Она маленькая. Это не сейчас ты скрин делал, фотку делал. Вчера. Но она большая, блядь, уже, это просто... Да где там большая, она маленькая. Она уже большая, блядь. Она ей год уже, блядь, тебе. Но она все равно маленькая. Да большая. Она маленькая. Он в коробочку маленькую залазит свою и сидит там. Ну как ты, ну как? В смысле маленькая, блядь? Большая. Большая уже, большая. Смотри на нее. Да, блядь, то, что она свернулась так, это не значит, что она, блядь, маленькая. Это котенок. Хуёнок, блядь. Ты хуёнок, чему оголимая? Кошка все равно еще будет меньше котов, блядь. Ну да, я же поэтому и говорю, что она маленькая. Она меньше Криса. Когда Львов еще будет меньше Криса, блядь. Крис и так небольшой. По сравнению с Лукасом. Она меньше Криса. Они вообще, типа, она маленькая. Так, куда пойдем? Ты знал, что у нее сын есть? У кого? У кошки. Чего? Она беременная уже была. Она маленькая, маленький котенок к тебе приехала, блядь. Не, в смысле, ей уже год был. Сейчас уже почти два ей, блядь? Не. Сейчас ей где-то полтора. Я не помню, сколько ей было. Ну, около года ей было. Мне кажется, слишком рано, блядь. Тут типуха скидывала фотку. Ты показывал Кейси фотку котенка? Котенка, вот ее сын, смотри. Ебать, чего такой здоровый? Ну, я тебе про это и говорю. Она без... Подожди. Что она маленькая. Покажи фотку и эту Кейси фотку, может, я признаю. Я ей показывал фотку. Бля, вот эти обезьянства, которого я представлял. Я постоянно, типа, я не думал, что такая обрезка, как у твоей кошки есть. Хотя, блядь, я именно такую видел один раз, такую серую. Потому что обезьянство у меня до такого вот рыжий. Всегда было. Хорошо. Все, давай, я завтра тогда. Хорошо, понимаешь? Давай, я пойду дальше спать. Понял. Тебе не нравится ее раскраска или что? Мне не нравится, что ты меня нахуй только что послал. В смысле? Котика скинул. Ты меня нахуй только что послал, блядь. И котика скинул. Вот, смотри, вот Кися и ее выдрочка. Она бывает такая. А бывает вот такая. Вот это ты внизу сейчас. Где? Wave актив, блядь? Да. Ты Wave актив, блядь. Ну, поздравляю, ты разгадал самую, блядь, большую тайну. Мою. Про тебя. Ты просто ёбаный Wave актив. Ты ёбаный Wave актив, блядь. Ты ёбаный Wave актив. Ты ёбаный Wave актив. Я сейчас кошку вот такую злую на тебя скину. Понял, не? Какую? Вот такую. Ты Wave актив, блядь. Я тебе сейчас тресну. Я тебе сейчас пиздюрякну, блядь. Ты понял меня? Я тебе пиздюрякну.
Че это такое? Фу нахуй, бля, я реально сейчас спать пойду, иди в пизду, блядь. А что, виноват, что мне это выскочило? Нахуй ты мне это кидаешь, блядь. Ну почему я один страдать должен? Заебись, блядь. Че делать, че делать, че делать? Не знаю. Ждать, пока деньги придут. Муравью пипа приделать, блядь. Зельки пойти поварить. Блядь, зельки пойти поварить. Ну, почти все зельки открыл. Там только самые дальние остались некоторые. Парочка. Прикольная игра в итоге. Я в ней 16 часов провел. Она прикольная. Человая. Тун-тун, тун-тун, ту-ру-тун. Это еще не объявлено. Hollow Knight Silksong. Да, я знаю. Хейдес тоже не объявлено второй. Я так прикинул. Первый Hollow Knight. Он стоит 15 евро. Положительных отзывов 242 тысячи. Ну, вообще отзывов 242. Если так 242 тысячи, ой, тысячу умножить на 15, это получается, есть, а, ой, если 243 тысячи умножить на 16, это 3,6 миллионов евро, угу. Получается. Это минимум, это только те люди, которые написали отзыв. Угу. С них они получили 346 миллионов. Ой, это 3, сколько я сказал? 3,5 миллиона, 3,6. Мне кажется, еще в два раза больше людей, которые не писали отзывы. Там, конечно, еще скидки были, типа, всяким. Кто-то по скидке купил, но в среднем, я думаю, миллионов 5-6 они точно за игру получили. А если учесть, что игру делали два человека только? Я знаю, что больше всего получил денег, который разрабатывал Vampire Survival. Там один человек разрабатывал игру. Ну, я бы не сказал. Hollow Knight. Hollow Knight, по-моему, там то ли супруги какие-то, то ли что. Они сами делали игру, они же и озвучивали ее. Типа типуха озвучивала всех типух, а тип озвучивал всех типов. Заебись, блядь. Ты видел, что изначально должна была быть Hollow Knight? Нет, я за игру даже не знал про нее, пока ты мне не подарил. Какая-то браузерная вообще игра была, типа там просто, блядь, что-то тип вот этот ходил. Какие-то, блядь, яйца собирал. Значит, такая хуйта. А Vampire Survivors, да, ну, сколько там интересно. Сколько отзывов? Она стоит всего сколько? 3 евро? Надо скидку подождать. 5 евро. 172 тысячи. Да, я бы тоже хотел что-нибудь такое, блядь, выпустить, чтобы, ебать, 172 тысячи человек написал отзыв. Симулятор пластиковой уточки, нахуй, я нашел. 5 евро, ты прикинь, он уже, типа, лям заработал, как минимум, евро с этой игры. Бля, реально? Охуй. Сука. Что? Симулятор уточки пластик. Иди спать. Крайне положительный, 98%. Схоже с тем, во что мы играли. Bubble Dogs и Totally Divine. Sims 4. Сколько? Ты играл еще в собачек? Я без тебя не играю в собачек. Почему? Только с тобой играю в собачек. Нахуя? Я думал, у тебя там же, типа, хоромы огромные. В смысле? У меня за последние две недели, знаешь, какие игры были запущены, блядь? Сейчас я пока я расскажу, хочу. Какие. Да, я угадаю. Tales of Arise и Dead by Daylight. Нет, еще Vampire Engine. Чучу Чарльз. А, ну Чучу Чарльз был еще, да. Devil Me, кстати. Так ты геймер, получается, дохуя, да? Dota за последние две недели запущена 0-1. 10 минуточек чисто посидел. Да, что-то как-то в доту никто не играет больше. Интересно, почему. Когда Battle Pass закончился.
Тут ты даже рончики не получаешь, нахуя. Додаю курсы и макеты дизайну в формате Figma. Бля, Figma она... Это? Есть авокод, а есть Figma. Что лучше? Формате на данном четвертом уроке. А, ну все. А, ты уже про урок смотришь? Да тут скинул чел инфу. Птицы макета можно використовувати у якості робіт в портфоліо. Це саме головне. Посилання на макети. А ну. 5 макетів каких-то. Ну, скачать. Тун-тун. Тун-тун-туру-тун-туру-тун-тун. Я так люблю вот эту кнопку продолжить. With Google. Ты нажимаешь просто одну кнопку и все. Не люблю, когда, правда, написано продолжить with Google и после этого тебе еще надо зарегаться на сайте. И ты такой. Сегодня только проходим. Сегодня попроходим до Дэвилл Мидас. Не знаю, я подумаю. В смысле не знаю? Иди нахер. О, теперь тем более подумаю. А если мне деньги придут, и я такой в Майнкрафте пойду. А? Да-да. Денежки придут, блядь. Что делать? Так не хочу ничего делать. Я тоже не хочу ничего делать. Хочется просто сидеть и играть в Майнкрафт. Вчера поиграл в игру Forager. Никогда ее не покупаю. А, кстати, там, короче... Такая хуетень. Разрабы Behavior написали что-то в Твиттере по поводу Dying Light. И типа разработчики такая, ответили. Там, скорее всего, следующий глава с Dying Light будет связан. Не, а почему не с нулевым рейтингом? А что там в Dying Light, блядь? Кто там будет? Какой-то зомби рандомный? Какой-то с молотом, блядь, тип? Не, мне кажется, что там будет этот челик, который Хантер, блядь, по ночам, который, помнишь, был? А. Не знаю, Dying Light, блядь, максимально неинтересен мне. Бля, я проходил Dying Light, что ли? Я с тобой проходил вместе, блядь, всю сюжетку. Я в ахуе. Бля, у меня есть? У меня сохранились стримы или нет? Я стримил? Я тогда записывал стримы, по-моему, на диск, да? Или нет? Я хочу посмотреть, как ты падал, как долбоёб с башни. Но, скорее всего, блядь, их у меня нету. А как посмотреть, когда я проходил? Это было, по-моему, весной прошлого года. Dying Light. Последний запуск 16 февраля 22 года. Пиздец, и через неделю, блядь. А, сейчас папочку посмотрю, папочку. А, есть папочка Dying Light, оно. 22 год, февраль. Один видос. И? Может, за раз прошли? Мы же не за раз прошли. Нет. А может, у меня типа в несортированном? У меня папка есть еще не сортированная. Тут февраль. Есть февраль. А, нет, подожди. Это что? А, вот есть за февраль видосы всякие. Блять, по достижениям может посмотреть. Когда? 11, 12, 13, 16, нихуя мы 4 дня проходили. Ну, допустим. 11 февраля. Я такой запускаю видос. А там первый Overwatch на Сигме. Ебу Олечек, Ник. Помнишь Олечку?
Да. А это чё? А, это ты, блядь, я стримил ещё, как ты проходил... Помнишь? Телек. Новости. О, блядь, там, кстати, скоро дополнение даты игры выйдет, кстати, если что. Дополнение? Да. А чё, не полноценная игра новая? Дополнение, типа, то, что... После событий игры... Заброшенная студия, там, типа, все работать придется. 23 марта выходит первое дополнение для Not For Broadcast Life and Spooky. Keep Talking? Ебать, мы с тобой год назад играли в Keep Talking? Угу. А вот Dying Light, да, еще какой-то стрим. Так, надо сразу переместить туда. Проводник. Правопроводник. Правопроводник-ник. Прапроводник. Прапроводник. Прапрапроводник-ник. Прапрапроводник-ник. Прапроводник. Вот Dying Light. Это 12-13. Not For Broadcast, это где Мэдисон была какая-то вроде? Там красивая, блядь, соведущая. 12-13? Нет, она вроде бы была. 16 и 14, да. Ебать мне скриновку, какие разнообразные у меня скриншоты сейчас, конечно. Overwatch, блядь. Эх, прикольно, раньше можно было бы в Overwatch поиграть. Сейчас можно уже пойти поиграть в Overwatch. У меня сейчас нельзя поиграть в Overwatch. Чего? Так, это тоже Dying Light. Только какой-то короткий доз, 15 число почему-то был. И вот Dying Light. Похоже на концовку. Да, это концовка. Ты хуесос, ебаный брыганый, даже не бегал со мной, блядь. Знаешь, насколько ты хуесос, ебаный брыганый, что даже не бегал со мной, блядь? В финале нельзя, блядь, то, что совместно проходить. Нет, ты не бегал со мной на скорость, блядь, штучки были. А. Хуесос обрыганый, я не хуесос обрыганый, не правда. Ну а кто? Я хуесос обрыганый. Нет. Чего? Ой. Блять, у меня не самый брат скриншотов, блять. Это за консервы. Какие консервы? Когда я Beholder проходил, там, блядь, скриншот, которого челика за консервы, блядь, было. Ты консерва. Это прошел Beholder? Угу. Полностью? На телефоне, да. А я дошел до момента, когда умирает сестра, блядь. Или кто? Или дочь? Спасти, значит, плохо, не выйдешь туда просто. Там дочь умерла, у меня не было денег, я начал перепроходить ее и сбил хуй. Вот так вот. Не хотелось, чтобы у меня дочь дохла. Ой, бля, первый врач, такой кайф. Блядь, с риса на нахуй. Ренхард залетел, блядь, убил. Пиздата. Нет, это не классно. Это поебало кто-то получил. Бля, давай посмотрим Кота в сапогах второе. Не. Присмотр, блять, охуенно же. Не. Вот, блять, вообще нет. Вообще не туда ты. В смысле, блять? Ты видел какой-то охуенный злодей, блять? Да не, при том, что, блять, смотреть сейчас что-то... Я лучше сдохну. Чем буду что-то смотреть, либо что-то играть. Мне сейчас такое настроение, я реально, блять, не знаю, что делать. Так, чё там, диск D, блядь, где он, диск D?
А сколько, кстати, средств за квари стоит, интересно? Да. Ну-ка. Так, окей, теперь мне надо... Импорт файл. Диск D. 322. 322? Да. Фигма. И вот типа макет какой-то. Сигма. Импортируем макет. И рассматриваем его, правильно? Можете по башке втреснуть? За что? Ну, просто разочек. Не надо. Один раз. Не надо. Один раз треснуть по башке и все. Не надо, и можешь, блядь. И ты можешь забыть про это. Не надо трескать по башке, блядь. Ты меня заебал. За что меня трескать по башке? Что ты такой... Сукуниш. Я тебе, блядь, тресну, нахуй. Просто разочек тебе тресну по башке и все. Больше ничего не надо. Я тебя, блядь, треснул. Ну ты заебала. А, 500 стоит за кворик, кстати. Блин, по зубам тебе дам сейчас с твоим злым. Не надо мне бить. Зубы спрячь свои злые. Не спрячу зубы злые. Почему так долго импортируется макет, а? Что поделать? Не знаю, деньги не пришли, сука. Я еще вчера хотел поиграть. Так, что тут? И походу до завтра не придут уже, потому что в прошлый раз тоже на выходных вывел, блядь, пришли. В понедельник. Это в марте, получается, будет. День рождения у меня? Новая глава. А. Тири. Мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. 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 Ты дурак. Мяу, кайзан, блядь. Мяу. Мяу. Угу. Угу. О, файл импортировался. О, successfully. Чё, draft, stack, block style. А как открыть страницу на full screen? А, вот. Это вот такая страница, да? Такие же такие страницы. Ну, прикольно, прикольно. Мяу, мяу, мяу. Ти-дюн. Ти-ди-ди-ди-дин. Пи-ди-боба. Тип-тип-тип-ди-ди-дин. Па-бри-бри-бри-бри-бри. Пи-па-бо-па. Бум. Пим-пим. Пум-пурум-пим-пим, мыч. Барабум-б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 арабум. Барабум-барабум-барабум-барабум. Барабум-барабум. Барабум-барабум. Барабум-барабум-барабум-барабум. Пи-пири-пим-пим. Пум-пири-пум-пум. Пим. Пупыри.
Пим-пум-п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 им-пум-
Что у меня за иконка появилась? Переключиться на консоль. Переключить голосовой чат Xbox. Как это убрать? Не знаю. Меня это бесит, надпись. Кнопочка такая, блядь. Какой нахуй Xbox? Блять, я хочу просто проскипать эти сцены, на самом деле. Они такие тупые, блять, на этих кораблях ебучим. Потому что сейчас надо до Рена добраться, блять, чтобы новые топ-квесты выполнять, блять. Что ты мне отправил, блять? Съебалась. Ты кому? Ключом толкнуть, блядь. Попробуй найди теперь. Everybody loves Kung Fu Panda. Все четыре можно сразу? Чу! Фью! Вау! Я если что не люблю, это вот вторую главу в этой игре, блядь. Пиздец, она такая просто высосанная, блядь. В каждой игре есть часть, которую ты не любишь. Например, я в Hollow Knight ненавижу часть, где в этом, блядь, в стоках, в канализации бегаешь. Самое худшее. Я отвечаю, я бы лучше бы реально вот игру закончил, подал лорда всех, убил бы, блядь. Потому что тут, блядь, ну я такую хуйню на самом деле начали придумывать, блядь, после того, как лорда победить. Проходи Hollow Knight. Мне пока не хочется. Там ни хуйня. Пока не хочется, тёда. Пиздец, такая легендарная игра, блядь, а он её скипает. Пизнутый. Сейчас уже вторая часть выходит. Еще не выйдет, блядь, Вот уже выходит. Да, даже не анонсировали, блядь. Ее показывали уже несколько лет назад еще. Показывали. На этом. Еще до ковида, по-моему, на это, как она, C9, блядь, F6. Как? Силксон, блядь. Как называется это? E4, во. Там типа геймплей уже был, уже захорнен, там бегали обилки, показывали боссов, хуёсов, туда-сюда, локации. Чё они пару, несколько лет ещё делают? Если тогда уже игра выглядела, типа... Уже тогда игра выглядела. Что бы вы быстрее, Silksong или Half-Life 3? Мне кажется, Габену пока не доделал, блядь. Делать Half-Life 3. Да, надо... Надо еще пару батл пассов в доте выпустить. Сука, это реально, кстати, больше всего, во что я мог донатить в своей жизни. Больше всего, что донатил в жизни. Сейчас этот батл пасс последний, блядь. Серьезно, блядь. Это побил рекорд всего, блядь. Ну и кайф же. Хотя я блевался с последних наград. В смысле? Пиздатые награды. Арканом Разора охуенно. На Вайда еще лучше. Волчица. О. Барим били бим барим бим бам бам барим. Ням-ням-ням-ням-ням.
Материнский капитал в РФ всегда будет проинфицирован за первого и второго ребенка составляет 577 тысяч рублей и 775. Че, реально вот так вот дают деньги? За что? Типа рождается ребенок, да. И может полмиллиона пойти, 600 тысяч? Да. И за второго ребенка 800 тысяч? Да. Это же, блядь, две квартиры можно купить, по идее. Да! Квартира 15 стоит. Да? Да. Моя вот эта квартира, в которой я живу, двухкомнатная, почти в центре Москвы, ну минимум должна за 20, за 30 летать. Отлетать на баражу? А? In other words, please be true. In other words, who is I? Бля, какой же Алф наебало тупое пизде. Это вы, Ярый, Малый, и ты вот на паре вот сами. Нет, это скорее Малый. Он потом такой направо поворачивается, там девочки, такой полетел. Мы сделали поважнее. Time to bug. О, все, загрузились. Еще макет какой-то. Самое интересное будет потом, когда тебе придешь курс, и надо будет реально себе для портфолио макеты делать. Бесплатно. Может даже кому-то бесплатно, типа, сделать. Пару раз. Чисто, чтобы было что-то в портфолио. И в принципе, это интересно. Не, скинь мне на PayPal 40 евро. Не, сколько? 80. А мне просто просить скинуть 80 евро на Steam, блядь. Я тогда накупил бы игр себе. Можно. Мне кушать бы, да. У меня, блядь, до конца следующей недели осталось... Сколько? 3,5 тысячи? Надо еще тысячу за Discord отдать. Чел, у меня... На карте, блядь, 10 евро на счету лежит. 3 тысячи у него осталось, блядь. А кушать хочется. У меня 10 евро, блядь. А, нет, зашел. 4. Сейчас сам 80 вывел, куплю за 40 Майнкрафт, блядь. Останется 40 евро на покушение. Блять, сука, ты понимаешь, что единственное, у кого будет децуха, потому что мы все на пиратке будем играть. Так вы что, не сможете ко мне присниться? Я же это спрашивал об этом. А я не знаю, как работать с плитсухи. Если не сможете, то, блядь, хуй. Зачем, если есть ты лаунчер, блять? Потому что я хочу. Просто хочу. Вот я вчера это просто захотел. Я сидел, скучал, блядь, и поиграл в этот Forager ебучий, мне не понравился. Я думал, что купить еще какие-то, блядь, 2D-шные террарии, ну, типа террарии, блядь, еще что-то. Потом думал, блядь, хочу Майнкрафт, все заебало. Зашел там всякие модбаки, блядь, официальные, официальные, блядь. Всякие сервера есть официальные, где просто всякие мини-игры там побегать. Выбегать, воров лить повлять. Поэтому я просто захотел. Плюс можно нормально без ёбки ебучей, делать сервера своих, оставать. Без всяких залуп, без всяких, блять, кого? Как называется это говно? Всё, напизделись, блять, всё. Хамача. Без хамача, без ничего, просто берешь и хастуешь. Ну, как же? Точно нет, не сможем, скорее всего. Вованчик еще сможет с нами играть. Но это Вова сможет только без модов, если, да, там в бедрок версию вот эту играть. Там Романчик же... через консоль не работает, блядь, там отдельный сервер. Нет, там есть Java версия, есть бедрок версия. Вот эта бедрок версия, там есть как это, кроссплей. Поддержка кроссплатформы, а в этом нет. Java версия. Там же у них, типа,
какая-то валюта есть, всякие скинчики можно покупать и так далее. Вот это все. Bedrock версия. Карты всякие можно покупать, подписки на сервера там. Подписки на сервера, охуеть. Каким нужно быть дебилом? А? Ой, блядь! Как же это интересно, блядь! Идти нахуй своими романтическими, блядь, связями, блядь! Да, блядь! Сука, как же это, блядь, триггеры, блядь! Надо все открыть. Кто-то ревнует! Я как это заебался, блядь, сука! Мне надо быстрее ачивку получить и уже забить на нее, блядь! О! Вот мне сюда нужно, за бутылкой пришел. Ты как всегда. Там записка в бутылке. За что? Записка. These things take time to... What the... Sorry. There was a huge flying bug and I sort of shot with... A bug? You mean... Something tells me she would have shot it, whether it was a Zoogle or not. This realm is teeming with humid forests. It's only natural insects would feel more at... In fact, I seem to recall reading somewhere that bugs around these parts lay their eggs in human food to ensure... Sounds like they're tougher than they look. What about you, Alfin? I wouldn't say I was their number one fan. Mind you, if insects as a culinary option, you say. What kind? No, Halim. I don't think he was talking about... Hey, a lizard! I never thought about this until now, Alfin. But doesn't it get hot wearing that armor all the time? You feel heat and cold again, don't you? Admittedly, yeah. It can get pretty toasty in this thing. Is it hard when your back starts to itch? Oh, you bet. Plus, my shoulders get stiff wearing it, even if it's not all that heavy. Kisara looks like she manages all right with her armor. Armor takes a strong body and a stout heart. Кстати, оказывается, тут были свои школы, блядь, фехтования, нахуй. До того. Школа кота была. Если учесть, как Алфа носит мечи, это сходство с Геральдом, блядь, само по себе интересно. Надо бы костремовнуть.